Сегодня 19 апреля, и я начал сбор березового сока прямо в бутыль с акцизной маркой. Это, конечно же, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Система проста, и слышно, как по капельке капает живительный сок. В чем смысл? А смысл в том, что вот через эту капельницу не заберутся никакие букашки, ни жучки и ни муравьи. Особенно мух здесь было очень-очень много в прошлом году. Так, еще что хочу сказать. И вот в такой бутыли нужно только раздобыть пробки. Вот в такой бутыли уже можно сразу заготавливать березовый сок. Его не нужно ни сквашивать, ни варить, ничего с ним не надо делать. Нужно только положить одну дольку лимона, немножечко изюма, совсем 2-3 штучки. Можно барбарис положить, яблочко положить, еще какой-нибудь фрукт или сухофрукт. Ну не банан, это точно. И уже через 2 месяца будет настоящий забористый такой напиток. Без градуса, кстати, но очень полезный. Без всякой варки, жарки и тому подобное. Ну что? Сезон открыт. Сезон березового сока и сбора березового сока открыт.